Всем привет, с вами Олин Чай. И мы снимаем новое видео, как мы провели наш сегодняшний день. Тут, как мы делаем нашу математику. В пятницу Екатерина Юрьевна дала много заданий, мы их сделали. Все сделали. Да. Тут мы с ними, что мы тут с этого героя. Смотри, сними. Зачем? Это какое-то вот тут мама снимала, где его герой смотрела, но... Не получилось, потому что отвлекает меня это сильно. Да. Девушка смотрела, потом выключила. Да. Оценка? 4. Нет, выключила. 3. И делаем примеры. Вот это у папы нашли, на Вернадского. У папы нашли, на Вернадского. Оценка? Да, 5. 5. Давай, закрывай пример. Купили скотч, пользуемся. Лёш, сейчас отвлечёшься и не решишь мне. Оценка? 5, давай. Вот тут сок, засними, недопитый. Лёш, ну фигня всякая. Засними. Давай делать. Лёш, мы что делаем? Делаем примеры. Никто не будет такое видео смотреть. Да. Кому это интересно? Интересно, как ты считаешь. Да. У нас примеры. Давай, считай. Плюс 5. Правильно, зови. 15. Плюс 2 равно. 2. Правильно. 15. 16. 15. 16, 17. Прекрасно. Вот тут я вообще почесал. Давай, можешь ручкой, все, ты правильно делаешь. Давай ручкой. 1, 7, 17. Да. 1. Ай! Вот уже не там пишешь. А ну что ж такое невнимательный? Даже держи тебе все равно. 7, 17. Молодец. Все. Давай, следующий пример. Ну все, попрощаюсь, сам буду делать. Чего? Тебе было интересно снять, что там, вокруг, вспомнить о бумажке, а показать несколько примеров, как ты решаешь, что не можешь, да? Ну, всё, давай показываем. Давай. Еще. 8 плюс 7 равно. Давай. Как 7? 5, 6, 7. 5, 6. 7, 8. Правильно? Ну, тут есть 8 плюс 7. 5, 6, 7, 8. Хорошо. 5. Плюс сколько? Плюс 7. Хорошо, давай. 5, 6. Мама? Чего с тобой? Что не можешь делать? Забыл? Да. Как делать? Выкладывай. Какое число будешь держать в голове из этих? Какое будешь выкладывать? 5. Нет, у тебя вот 2 числа. 8 и 7. Какое будешь выкладывать? 7. Выкладывай. 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. Ты сказал мне, что ты будешь выкладывать 7. Зачем ты 8 выложил? 5. Да, 6, 7. 6, 7. Правильно? Нет, неправильно. Ладно, я убираю, Лёх.